Да. Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было. Но их предполагали, и они родились. Я был скромен. Меня обвиняли в лукавстве. Я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не ласкал. Все оскорбляли. И я стал злопамятен. Я был угрюм. Другие дети веселые, болтливые. Я чувствовал себя выше их. Меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял. Я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хранил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду. Мне не верили. Я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которые я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого. И этого никто не заметил, потому что не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь разбудили во мне воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим всем вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, ха-ха-ха, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, меня это не огорчит, немало.